Каким был Василий Шукшин? На этот вопрос пытался ответить в своей новой книге писатель Сергей Тепляков. Его произведение, по сути, третья книга в России о жизни и деятельности нашего известного земляка. Откуда автор брал материал? Где нашел много уникальных фотографий Василия Макаровича? Ответы на эти вопросы получили все присутствующие на презентации произведения «Василий Шукшин. А любить надо». Среди гостей библиотеки имени Шишкова были не только желающие приобрести книгу, но и те, кто хотел бы больше узнать о жизни Шукшина и как обычного человека, и как известного писателя и режиссера. У Сергея совершенно с другого ракурса сам Василий Макарович подан. Он именно как наш земляк, как алтаец, и он говорит о том, что Алтай – это еще один персонаж, персонаж его фильма, персонаж его книг, его друг и то, что не отпускало его никогда. Вот это мне показалось очень интересным. Тираж книги – около 1000 экземпляров. К сожалению, приобрести ее все желающие не смогут. Но, по словам автора, несколько книг он отдал в дар библиотеке, так что у читателей есть возможность познакомиться с изданием. Пренебрегаем возможностью.